Ребята, всем привет! Я нахожусь в мебельном цехе. Вот, как я и говорил, стою я на ремонт. Или не говорил. Помыл мана в субботу, когда выгрузился. И заехал в цех на ремонт. Ремонтировать буду я, ребята, двигатели. И ходовку. Двигатель — это буду я, наверное, менять поршневые кольца, так как машинка у меня дымит. Вот. Ну, расход минимальный. Масло. Сюда бочину, сюда буду складывать запчасти разные. Вот. Здесь есть яма. Вот, так что сегодня? Сегодня понедельник у нас. 2, по-моему, октября. На улице мороз, снег. Вон, видите? Мороз и снег. День чудесный. Вот, а я начинаю ремонт. Наверное, это будет длительное видео, или я его разобью на несколько частей, потому что неизвестно, сколько по времени я отправил. Проремонтирую с неделю или две, поэтому буду снимать, что я буду делать, как я это буду делать. Вот, поэтому все увидите, все посмотрите. Вот, ну, я, конечно, не моторист, но что попытаюсь, что смогу, сделаю. Если что, придется звать кого-то на подмогу, кто понимает в этом. Сейчас я поеду, куплю недостающий мне инструмент. Так что, ребята, пожелайте мне удачи, а я погнал за работу. Так, ребята, ну все, снял я, получается, впускной коллектор, турбину, все я это снял, отцепил, форсунки вытащил, вон они у меня, форсуночки, вот там лежат, если их видно. Дальше, ребят, открутил крышки клапанов, снял штанги, снял направляющие клапанов. Сейчас, получается, осталось слить антифриз, вот, и буду снимать головки. Потом надо будет снимать поддон. В общем, вот так вот все, ребят. Вот это у меня впускной коллектор. Вот они, штанги, я их все разложил, как должно быть, как по порядку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, вот это... Выпускной коллектор, это турбина, это у нас гофра. Сейчас приступаем к сливанию антифриза и откручиваем головки блока цилиндров. Так, ребята, ну все, я снял, получается, головки блока цилиндров. Снял поддон. Вот он, поддон. Так, вот он. Вот они. Вот это все головки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть головок у нас, ребят. Получается. Сейчас ждем опытного человека, и который разбирается, в чем же причина. Я пока нашел в том, что это кольца поршневые. Ну и, может быть, не знаю, вкладыши. Но хотя я их еще не проверял. А так вот.
Вот. Видите? Вот такие поршня у нас. Вот они, вот они. Поэтому как бы вот так, ребят. Есть вот, видите, люфт. Сейчас я покажу вам. Вот он. Вот, скорее всего, из-за этого и весь балаган. Так, ребята, всем привет снова. Взял, короче, целый пакет запчастей на двигатель свой. Нахожусь я дилер Ман Сервис. Вот. Только что вышел. Это у нас Челябинский Полетаевы, как на Уфу ехать. Дилеры находятся. Вот они. Машин куча. Отвалил кучу бабла. Сейчас еду еще в остальные магазины, докупаю. И переходим уже непосредственно к ремонту, к сборке. Ребят, еще один магазин. Коммерческий транспорт. Здесь я еще купил кучу разных всяких запчастюлек. Здесь запчасти, там запчасти. Достойный, ребята, ужин. Или полдник, или обед. Короче, достойная еда. Успешного человека, который работает на своем мане. Так вот, сегодня я купил кучу запчастей. Ценники, короче, цены вообще космос, поэтому обо всем позже. А мне приятного аппетита. Так, вот у нас 5 поршней уже готовых с кольцами. Так, сейчас будем ставить кольца последнего поршня. Так, фирма колес у нас Кольбеншмидт. Какой-то неизвестный производитель. Так, так. И вот так. Так, здесь нам прилагается инструкция и как устанавливать эти кольца. Так, сначала берем маслосъемное кольцо. Это у нас поршень почищенный уже. Вот он полностью. Может быть, не очень видно, но... Так, устанавливаем колечко. Берем маленькую отверочку и тихонечко поддеваем его туда. Так, 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 так. Оп, оп, готово. Так, берем следующее кольцо. Это у нас компрессионное. Так. Также здесь есть отметочка топ, это вверх, и вот эта часть, вот эта отметочка, ставим его вверх. Так, раз, 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 так, раз, так, раз, 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 раз. Все. Так, покрутили, посмотрели. Все, оно тоже компрессионное. Также мы его названием топ ставим кверху. Кольца готовы. Так, что по замене в двигателе? Отдал я полностью головки на ремонт. Там будет у нас замена, получается, клапанов. Вот это старые мои клапана. Сейчас покажу вам на свете.
Вот, видите, нагарище какое. Ну и выработка, соответственно. Потом замена сёдел клапанов, направляющих клапанов. В общем, всего заменок. Маслосъемные колпачки и тому подобное. По самому блоку. По самому блоку. Поршневая меняться не будет, будут меняться только поршневые кольца, вкладыши и полумесяцы. Колено, все остальное будет останется на месте. Для восстановления хона в цилиндре сегодня я использовал вот такое вот приспособление. Как оно называется, даже не знаю, но для восстановления хона, то бишь, очень классная штука, всем советую, говорят, помогает. Дальше, в принципе, все осталось собирать, жду головки и собираю блок, все увидите сами. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребята, вот это мои, короче, новые клапана, все 12 штук, целый пакет. Еду сейчас на ремонт отдавать, пусть мне собирают головки, опять я у дилера, правда, немного уже в Челябинске. Так что едем. Так, господа, вот показываю все 12 клапанов новенькие, клапана, новые вкладыши коренные. Я вам еще их буду показывать, скорее всего, если. Ну вот они сейчас. Вот они, мои новые вкладыши коренные. Так, дальше. Одной рукой неудобно немного. Клапана, клапана. Так, вот открытый уже сейчас. Вот они. Новые клапана. Короче, все новое. Ребята, все абсолютно новое. Весь двигатель новый, я. Того маму, ребята, кто придумал этот дорогостоящий двигатель? Уже средств моих нету на этот двигатель, господи. Хватит уже. Ладно, поехал в сборку.